Для этого салата вам понадобится картофель, лук, маринованные огурцы, вареная морковь, вареная свекла, майонез и печень минтая. Подготовьте все овощи. Картофель, свеклу и морковь натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками или тонкой соломкой. Мелко нарежьте лук. Печень минтая выложите на тарелку и нарежьте небольшими кусочками, примерно на такие. Измельчать вилкой печень не надо, иначе вкус рыбы затеряется среди овощей. Возьмите глубокий салатник, первым слоем выложите картофель и разровняйте. Покройте тонким слоем майонеза. На картофель выложите огурцы, предварительно слив с них жидкость. Затем выложите лук и разровняйте. Лук также немного смажьте майонезом, затем выложите морковь и хорошо разровняйте. Морковь также смажьте майонезом. Следующим слоем будет печень минтая. Делаем последний слой. Печень минтая покрываем свеклой. Свеклу покрываем толстым слоем майонеза и разравниваем. Салат готов. Теперь салатник накрываем пленкой и убираем посуду в холодильник на несколько часов, чтобы салат пропитался. Поэтому этот салат нужно делать за несколько часов до намеченного торжества.